российских чиновников заграничной недвижимости заставили многих состоятельных граждан России спасать свое дорогостоящее имущество из-под угрозы потенциального ареста за рубежом. Так, российский олигарх Алексей Мордашов, оказавшись в санкционном списке, успел укрыть свою роскошную яхту стоимостью 300 миллионов долларов в российских территориальных водах. И теперь 140-метровое судно вместо Сейшельских островов пережидает политическое давление на родных берегах в порту Владивостока. Кашу, вторым российским чиновником, оказавшимся вместе с Алексеем Мордашовым в санкционном списке, стал уже бывший начальник районного отдела полиции Ильска подполковник Алексей Андрейченко, который также вывел свое плавсредство из-под угрозы санкционного ареста и укрыл дорогостоящее судно от западных посягательств в одном из внутренних водоемов Уссурийского района. Свою яхту Андрейченко тщательно скрывал от надзорных органов, а потому обнаружить ее удалось только с помощью средств объективного контроля, а также камер наружного видеонаблюдения. Председатель исполнительного комитета Уссурийского района Виталий Наливкин поставил задачу незамедлительно провести проверку по факту появления у Андрейченко данного плавсредства, а также выявить способы обогащения и возможные источники финансирования, с помощью которых Андрейченко и подобные ему госчиновники позволяют себе жить на широкую ногу даже в условиях тяжелого санкционного давления. В ходе рейда спецоперативной группой было выявлено маломерное судно стоимостью свыше 150 тысяч рублей. По факту обнаружения был проведен комплекс мероприятий по выявлению личности владельца дорогостоящего плавсредства. Когда правоохранители взошли на борт данного судна, его владелец явно не был готов к внезапному визиту гостей, а потому начал выражать явное недовольство действиям оперативников. Я не понял, ты мне можешь объяснить, что за яхта, откуда она взялась, что ты здесь делаешь? Можешь объяснить? Нет. Сейчас ребята у тебя здесь шмон наведут и все выяснят. Что и почему ты здесь делаешь? Мне просто надоело за тобой бегать уже. Зачем? Зачем ты нарушаешь закон? Я его не нарушаю, я просто ловлю рыбу. Я тебя просто утоплю сейчас здесь, да и все. Утопишь, ну. Оценив обстановку, у правоохранителей сразу возник вопрос, откуда у Андрейченко такая яхта и почему он на ней находится в свое рабочее время. Однако владелец судна отказался давать ответы на эти вопросы. Ты сколько зарабатываешь? Я знаю, сколько ты зарабатываешь. Нормально. Нормально, да? Я себе такого позволить не могу, чтобы яхты покупать. Ты обычно просто взял и купил, да? Шмон наводим здесь полностью, все переворачиваем здесь. После детального осмотра содержимого на борту яхты удалось вывести Андрейченко на чистую воду. В ходе досмотра на судне было обнаружено огромное количество сельхозпродукции, а также крупная партия дефицитных товаров, происхождение которых также вызвало у следствия немало вопросов. Это вот рыба ты называешь? Кабачки что, запрещенные, что ли, или что? А почему они у тебя на яхте делают? Ну, лежат. У тебя что здесь, камера хранения или что? Может, не камера, ну... После выяснения обстоятельств данного дела, Виталий Наливкин поставил задачу изъять у Андрейченко всю дефицитную продукцию, количество которой превышало допустимые объемы законного приобретения в одни руки. Перекрыв преступный способ обогащения, председатель еще раз продемонстрировал свой метод борьбы с непомерной жадностью нечистых на руку чиновников, которые, не стесняясь, постоянно шикуют на народные деньги. Они реально уебали, что ли, блядь? В ходе следственных действий незаконная яхта была атакована из ручного противотанкового гранатомета, в результате чего данное маломерное судно прекратило свое существование. По итогу данной спецоперации никто серьезно не пострадал. Ну чё, всё, теперь ни одной яхты больше у чиновников не будет. Свершив правосудие, Виталий Наливкин поставил задачу взять под стражу владельца бывшей яхты за попытку оставить место происшествия и скрыться в неизвестном направлении. Чё, ты этого хотел? Да, этого хотел, ну конечно. Ну, я тебе сказал, я тебя размотаю. Чё, обязательно было взрывать нахуй? А чё мне делать с тобой? Задержав Андрейченко в очередной раз, Виталий Наливкин добавил, что всегда будет следить за благосостоянием жителей Уссурийского района и не позволит чиновникам жить на широкую ногу, в то время как большинство простых граждан вынуждено ужимать пояса в условиях постоянных санкционных ограничений. Я говорю, я не буду кашу смотреть, чат, вы что меня доводите, блядь? Чини. В знак уважения за успешную стрельбу... Пусть кашу, блядь, смотрит Мазелов, и когда-нибудь, блядь, случится то, чего никто не ожидает.